сразу Инна, Наэль и конечно Милан. Же Милан. Самое главное лицо, ради которого мы сюда и приехали, в принципе. The main guy, Милан. Это первое путешествие миланщиков в Милан. Как раз ему на день рождения входит такой подарок. А сзади нас знаменитый дом. Какая же здесь красота, все светится. Вау, это просто безумно красиво. Привет, дом, я соскучилась. Смотрите. Хочешь налево, хочешь направо, а хочешь прямо. Так, Наэль, ищи золотого этого быка или кто там, надо покрутиться у него. Так, а ну посмотрим. Где оно тут? Что-то тут где-то крутиться надо. Пошли искать. Где именно? Красота! Красота! Кто-то бублики ест? Прямо в галерее кто-то бублики ест, да, Миланчик? Вкусно тебе? Ням-ням. Да. Сегодня сумасшедший день. Сегодня мой день рождения! Happy birthday, Миланчик. Happy birthday to me. Say happy birthday to mommy. В общем, мы приехали в церковь Санта Мария дель Граци, где находится знаменитейшая фреска «Тайна вечера». Непосредственно данная фреска. Пойдемте поближе посмотрим. Миланчик пока спит. И слава богу, здесь нужно говорить очень тихо. Поэтому для нас это просто шикарно. Было билетов, мы ничего не бронировали, мы просто встали, и я сказала, что в свой день рождения я хочу увидеть «Тайну вечера». Что мы сделали? Мы вызвали такси из отеля, приехали сюда, зашли в кассу, сказали, мы хотим билет, у нас нету никакой брони. И что нам сказали? Окей, whatever. В 10:20 вы можете подойти, с вас 20 евро, да? Все, готово. В общем, поэтому мы все купили, через буквально полчаса нам надо уже быть на месте, но мы тут в 5 минутах, и мы едим просто какие-то unreal, бомбические сэндвичи у меня с прошутто, с сыром, бри, с орехами. Свежайшие ингредиенты, свежайшие. Просто. Наэль, просто мы, понимаете, мы не выдержали и все уже почти сожрали, просто это как может быть такой хрустящий хлеб, да, Наэль, ну как? Да. И, конечно же, капучино. Здесь просто вот. Пенка. Слой вот такой. Вот я могу сказать, практически все это пенка. Как они это делают? Я просто не знаю. Ребят, просто поверьте нам на слово. Это бомбически вкусно. Бомбически. Бон аппетит, Белла. Магазине, и мне сейчас будут делать красивый букет. Вот где классные. Надо их прогуглить. В общем, я взяла себе латте макиато.
которая, конечно же, божественная. Миланчик опять ест сухари бедный. Он ждет своей еды, которую ему согреют. Миланчик. И я взяла... Say hi to everybody. Суперстар. Да, это суперстар у нас. Ням-ням. Круассан шоколад, посмотрите на него. Посмотрите на него. В общем, завидуйте мне. Завидуйте. Миланчик, ты выбираешь? Ты выбираешь шикарного ресторана? Тебе что сейчас принесут? Пасту? Пасту? Сейчас будем выбирать. Ну, я буду это делать. В шикарном ресторане Лангостерия. Сейчас отведаем изысканные блюда. Посмотрим, что нам будет предлагать. Точнее, мы уже сказали. Классное блюдо, посмотрим. Вот мы втроем находимся в очень крутом сифуд ресторане в Милане. Будь здорова. Нам принесли очень крутые блюда. Это паста с кавом. Это шикарное вино из Луганы. А это я в красивейшем платье отмечаюсь очень классно в ресторане. Очень спасибо мужу, спасибо сыну, спасибо всем. Миланчик. Что-то рассказывать. Вот, в общем, все супер, на самом деле. Мы хотели просто показать вам это все. Милан шикарен. Вообще, всем удачи. Всем такого же классного дня рождения, как у меня. Спасибо. Мы сейчас находимся на Милана Централе. Сзади нас куча поездов. И вот, видите табло? Мы ждем своей платформы, потому что непонятно, да? Полчаса до отправления, я спрашиваю, какой наш гейт. Коляшки говорят, не парься, еще много времени. Они вообще никуда не спешат. Только мы куда-то все время несемся, бегом, бегом, опоздаем, опоздаем. Ту-ту, Михаил Светлов. Того, что детьми ехать. В общем, очень мало было людей с детьми, потому что это город шопинга, это город тусовочный, и детьми там действительно, в принципе, нечего даже смотреть. Может, это какие-то достопримечательности не так много, а детских всяких площадок, вообще детских развлечений вообще просто по пальцам можно посчитать даже. В некоторых ресторанах мы отмечали на день рождения очень апскейл, в дорогом ресторане, так, в общем, там вообще не предназначено для детей, там нету даже просто дискурсов лучше. То есть, что очень странно, когда мы заказывали такси, и одно такси не приезжало из детских кресла. То есть мы спрашивали, если из детских кресла, а просто показывали на кресло. И это Европа называется. У нас в Москве бы давно огромные штрафы за это получили, а там спокойно сажать ребенка на колени, все, учитывая, что мы предупреждали, говорили о том, что нам нужно такси с ребенком в детском кресле. Также, что касается отдыха с ребенком, возможно, летом приезжать больше семей, когда отпуска. Да. Скорее всего, больше людей катается с маленькими детьми. Но так как мы приехали в конце января, начале февраля, то детей грудного возраста, там, до годика, чуть старше, как было, практически не было. Так что Миланчик у нас был звездой, куда бы мы ни приходили. Да, согласна.
Вот, поэтому по поводу отеля. Отель у нас был очень неплохой. Единственное, меня напрягало, наверное, тебя не напрягало это, когда вот есть у вас такое ощущение, вот когда иногда в отель заходишь, он светлый такой, знаете, уютный. А в этот зашли, ну, какой-то такой темный, какой-то такой неприветливый. Но номера были очень приличные для Европы, большой, вот, типа, номер был, была шикарная кровать от Чико. Чико здесь огромные магазины, это же итальянский бренд знаменитый. Поэтому с этим проблем не было. Кровать шикарная была, детская, специально как манеж, она кровать. Вот. Но вот в отеле какая-то атмосфера, не знаю, немножко, да, какая-то вот темноватая, что-то вот какое-то, не знаю, что-то. Такое ощущение, смущало, что отель уже немного устаревший. Подустал. Ну, да. Хотя все было чистенько. Да, сервис был шикарный, постельное белье меняли, убирали очень отель хорошо. Отель называется Дория Гранд отель. Да, он 4 находится, звезды, да, находится буквально в 7 минутах ходьбы от центральной станции, ну ладно, центральная. Да, мы выбирали, потому что нам удобно было, мы просто вышли из отеля, дошли через 5 минут с чемоданами и коляской до вокзала, вот какие громкие эти итальянцы, раздают сухарики. Вот, 5-7 минут до Миланского центрального вокзала, и нам это было очень удобно, потому что отсюда мы поехали в Флоренцию. И от Флоренции, кстати, отель у нас тоже в 50 минутах, да, находится от Флорентийского вокзала, соответственно, что тоже очень удобно. Так, что касается расположения отеля по отношению к центру города в Милане, где-то также в 5-7 минутах ходьбы от нас была станция метро Флорето. Это красные и зеленые ветки, соответственно. И чтобы доехать до знаменитейшего собора Дуомо, занимало всего порядка 10 минут. То есть это 5 станций от нас. Но 5 очень коротких станций, это там не московские станции. Ну, опять же, по магазинам с ребенком толком не походишь. Все вот эти Ля Ренешенте, Витория Эммануэла, вот эти вот все магазины. То есть лифты поездка есть. Поездка в лето, конечно. Да, лифты нет. Я даже не об этом, а про то, что вот эти вот лифты есть, но лифты как-то запрятаны у них, в основном у них эти все эскалаторы. С коляски должны быть малибусичные на эти эскалаторы. Ты так не пройдешь, да, все очень узко, куча народу, конечно же. Но если же пытаться из любой ситуации все-таки извлечь какой-то позитив, то и все вот эти вот моменты, ситуации начнут оборачиваться более приятной, так сказать, стороной. Так что езжайте с позитивным настроем. Если что-то не получается, не огорчайтесь, потому что всегда есть какие-то альтернативные варианты. Используйте смекалку, импровизируйте. Читайте посты, смотрите видео. Да. Ладно, мы поехали. Чуть-чуть отдохнем, пока Миланчик спит. Сами тоже отдохнем. И встретимся с вами во Флоренции. Нас ждут 4 прекраснейших дня. Надеюсь, очень что солнечных и очень много красоты. Потому что Флоренция – это город красоты. Кстати, на этом никогда не был, ни разу. В общем, буду его культурно обогащать. Да? Будем обогащаться, да, снимать видео. До скорого. До скорого. Целую.